Всем привет, с вами я Никитос, и добро пожаловать на новый видос. Этот видос я записываю довольно экстренно, потому что только что вышел на рынок пас. Project Pandora, вот, у меня есть присылочки. Вот, можете прямо сейчас посмотреть цены тут. И сегодня я вам расскажу, что следует закупать, а чего закупать не надо. Поехали! Ну что, давайте начнем с того, сколько сейчас вообще все стоит. Ой, он вышел довольно неожиданно, я уже собирался спать, ложиться, так вдруг он выходит. Тут вы можете посмотреть все цены, вот столько стоят самые дешевые перчатки. Вы когда-нибудь видели перчатки за 700 голды? Так, конечно же, самые дорогие райдер, потом вот эти фосил. Это неплохие. Теперь давайте поговорим, что следует закупать. Судя по прошлому пасу, как мы видим, у нас очень выросли в цене. Вот такой вот эпик 100-трековский. А также очень вырос АВМ Посейдон. Раньше он стоил намного меньше. Судя по прошлому пасу, нужно закупать эпики 100-треки. Особенно вы посмотрите, какой красивый эпик. Особенно на P350. Также у меня вот такой пас есть, он довольно красивый, сейчас он 60 голды стоит. Пока пас только вышел, все продают, вы просто посмотрите, перчатки. Так, они просто за 900 голды. Тут все их выставляют просто на рынке, фиг знает, что происходит. Самое дорогое это АКР-12 Риот на данный момент. 4000 голды, я сейчас не знаю. За что тут платить 4 голды. Также, если у вас побольше голды, можно сейчас последить по прошлому пасу. Мы увидим, что легендарки тоже намного выросли. Ну, то есть в полтора раза они точно выросли, поэтому стоит закупать еще легендарки. Также я хочу сказать, что сейчас ни в коем случае нельзя продавать скины эти. Потому что сейчас на них цена максимально занижена, когда они только вышли. Ни в коем случае просто сейчас ничего не продавайте. Потому что вы можете продать, например, те же перчатки сейчас за 900 голды. А, к примеру, через неделю они будут стоить уже 1500. И вы уйдете в огромный минус. Поэтому, повторяюсь, ни в коем случае не продавайте сейчас ничего с паса. Покупать вы сейчас можете, потому что цены сейчас максимально почти низкие, потом они будут уже выше. Но продавать, еще раз скажу, ничего нельзя. На этом я заканчиваю видеоролик, потому что он был довольно экстренный. Я только собирался ложиться спать, у меня уже время 12 часов ночи, и в общем, вот, извиняйте, если что, за голос. Ну, а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.